В честь празднования 436-летия Самары на склоне площади Славы прошел концерт классической музыки. Поздравить самарцев приехали звезды оперной сцены Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев. Они выступали в сопровождении оркестра Самарской филармонии. Вечер получился поистине насыщенным и ярким. Шедевры мировой классики до темна продолжали собирать зрителей вокруг сцены под открытым небом. Прозвучало множество популярных арий и дуэтов из классических оперетт. Например, Аида Гарифуллина исполнила по-настоящему волжскую арию – арию «Русалки» из одноименной оперы. Я в восторге от Самары. Город очень красивый. Вам, правда, повезло жить здесь. И публика, как тепло, как прекрасно публика принимала. Для такой публики одно удовольствие петь. Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев также успели исполнить несколько произведений вместе. Зал с восторгом аплодировал под застольную из произведений «Травиата». Несмотря на то, что вроде как бы и ветрено, и вроде прохладно, но честно признаюсь, что было очень горячо. И от аплодисментов с каждым номером, наоборот, еще больше градус повышался. И поэтому, честно, я не то, что не замерз, но получил огромное удовольствие от такой энергетики, и я счастлив. Настоящие ценители классики не боятся ни холода, ни дождя, а артисты – импровизаций. Выступление завершилось песней в исполнении Аиды Гарифуллиной «Ах, Самара, городок». Артистка призналась, что спеть ее она решила в самый последний момент. И не прогадала, самарцы с энтузиазмом поддержали певицу. Александра Гусева, Константин Головин, Василий Колдашов. События.